индикатор для бинарных опционов SVE Bollinger Band MTF, давайте далее для краткости SVEP, дает торговые сигналы, основанные на полосах Боллинджера и скользящих средних. Использование его в торговле крайне просто, и даже неопытные трейдеры смогут без проблем применять основанную на нем стратегию. Интересно, что этот индикатор распространяется в сети бесплатно, но некоторые трейдеры утверждают, что при правильной настройке он способен давать сигналы с винрейтом от 70 до 80%. Что ж, давайте познакомимся с ним поближе. Скачать его можно у нас на сайте, а устанавливается он в терминал MetaTrader 4 обычным способом. Ссылки для скачивания и инструкции по установке ищите в описании под видео. В подвальной панели SVEP MTF отображает синюю линию, которая движется между зеленой и красной. Все три линии основаны на стандартных индикаторах MetaTrader 4, двух разных скользящих средних и полосах Боллинджера. Когда синяя линия пересекает красную снизу вверх, появляется синяя стрелка вверх на графике. Это сигнал на покупку колл-опционов. И наоборот, когда синяя линия пересекает зеленую сверху вниз, появляется сигнал красной стрелки на покупку пут-опциона. Настроек у этого индикатора очень много, и каждый параметр позволяет трейдеру отрегулировать и выстроить для себя полноценную торговую систему в соответствии со своей личной торговой стратегией в торговле бинарными опционами. В статье-обзоре на нашем сайте мы подробно рассказываем о настройках этого индикатора, как они влияют на качество и количество сигналов на графике, и самое главное, мы показываем, как активировать и отрегулировать секретные настройки и алгоритмы скрытых дивергенций, включение которых позволяют получать дополнительные и довольно точные сигналы для торговли. Именно знание этих настроек и их регулировка позволяют получать с помощью SVEP MTF до 80% профитных сигналов. Переходите на сайт по ссылке в описании и внимательно изучите включение и настройку скрытых параметров для торговли бинарными опционами. Итак, давайте теперь рассмотрим, какие основные правила торговли бинарными опционами по стратегии SVEP MTF. Мы протестировали работу этого индикатора для торговли бинарными опционами на нескольких валютных парах, используя минутный таймфрейм и экспирацию в одну свечу. Результаты получились очень неожиданными. Стрелки розового и синего цветов принесли на выборке в 100 сделок прибыль в 76 случаях, а японская иена и фунт дали винрейт 83%. Мы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать и проанализировать наши исследования и результаты тестирования. Ищите ссылку в описании. И это сводит торговлю по этому индикатору к абсолютной простоте. И для покупки колл-опциона должно быть соблюдено всего два условия. Первое. Появилась синяя стрелка вверх. Второе. Свеча, на которой появился сигнал, закрылась. И сразу же на открытии следующей свечи следует купить колл-опцион с экспирацией в одну свечу. Таймфрейм можно использовать любой. А для покупки пут-опциона необходимо, чтобы первое, появилась розовая стрелка вниз, второе, свеча, на которой появился сигнал, закрылась. На открытии следующей свечи можно покупать пут-опцион. Давайте попробуем поторговать на реальном примере с использованием платформы Pocket Option. Вот и первый сигнал на покупку пут-опциона на паре евро-доллар на минутном таймфрейме. Тренд растущий, да еще и цена застряла в узком флете. Не с каждым индикатором решишься торговать в таких условиях, но в данной стратегии фаза рынка не имеет решающего значения. Есть сигнал, и мы спешим открыть сделку с экспирацией в одну свечу. Нерешительность цены заставила нас немного поволноваться за наши 100 долларов, но тем не менее сделка закрылась в плюс. Браво, SVE Bollinger Band MTF! А вот и новый сигнал, снова евро-доллар. На этот раз покупаем колл.
Цена уже сделала первый импульс, но мы рискнем и попробуем заскочить на подножку уходящего поезда. Что ж, силы движения по сигналу оказалось достаточно, чтобы заработать нам еще $77. Аналогичная ситуация на рынке. Хороший импульс сразу после появления сигнала индикатора на покупку колл-опциона. Прошлый опыт нас обнадеживает, и мы снова покупаем колл, рассчитывая на продолжение роста пары евро-доллара. Что ж, более расторопный трейдер мог бы заработать на этом сигнале, но мы теряем свою ставку в $100. Продолжим. Фунт иена не относится к рекомендуемым для торговли по данному индикатору мажорным валютным парам, но сигнал есть сигнал. Попробуем купить пут-опцион на основе показаний скрытой дивергенции. Это снова сделка против основного тренда, но зато на этот раз небольшая задержка между появлением сигнала и исполнением на реале играет нам на руку. И вот $83 добавлены к нашему депозиту спустя всего лишь минуту ожидания. В заключение хочется сказать, что только грамотное исследование параметров этого индикатора, анализ его сигналов на истории, а также изучение результатов тестирования нашими специалистами и аналитиками позволит получать стабильную прибыль в торговле бинарными опционами. Обязательно проводите тестирование всех индикаторов на демо-счете и не забывайте правильно управлять капиталом, соблюдая правила мани-менеджмента и риск-менеджмента. И, конечно же, выбирайте только проверенных брокеров для торговли, найти которых можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые, интересные и полезные видео из сферы торговли бинарными опционами. Спасибо вам за внимание, успешной торговли!